Всем привет! С вами Мария Солдатова, и сегодня будет видео про мини-бьюти полочку. Поехали! Начнем с первого. У меня здесь наклеена I love me или N-E, как вы хотите. Дальше тут пасхальное типа яичко, и тут нарисованы бенни. А здесь арбуз, который, ну вы поняли, да, откусан. Кем? Мной. Кто хотел кушать? Я. Дальше у нас идет кошелечек. Сколько я говорить, сколько тут я не буду, потому что это неприлично. Дальше. Упал. Дальше идет моя коробочка. Оп. Тут нарисована мишка, и тут раньше было перышко. Кто его содрал? Я его содрала. Бьюти. И тут вот еще второе, что-то какое-то такое. Тут у меня лежит Пандора. Моей подруги клубничка. Блин, что-то не получилось. Наши совместные кулоны. У меня best, у нее friend. И объяснение Бога. Колечко от моей сестренки. Брошка. Вот лох. Брошка. И какой-то браслет с Москвы. Оху, круто. И на этом я опустошила. И тут еще хоть. Дальше у нас идет антисептик для рук с ароматом розы. И тут есть такие маленькие пищинки. Снимай. И они потом растворяются, когда ты их мажешь. Я это вам продемонстрирую. Берешь, нажимаешь, ставишь, закрываешь. Берешь, мажешь, на пол вымазываешь, неважно. Спирт. О, спиртик. Вкусненько. Дальше идет на Пандору. Панты. И тут не Пандора лежит, тут лежит Forever 21 кольцо. Вот они все. Я их очень сейчас люблю, но давно уже их не ношу, потому что я про них забыла. Лох. Простите. Дальше идет парфюм от Avon Secret Fantasy. Так вот это называется. Он с такой штучкой. Поехали. Челлендж accepted. Не надо. Блин, подождите. Жрет, когда снимает видео. Ну просто у меня в горле аж фу. Ну дальше он пахнет. Прожуй хотя бы. Алло. Спустя два дня. Он, короче, пахнет летом. Это прям лето-лето. Я его использовала только летом, в принципе. Что некогда было его использовать. Ну, может быть, школа там. Чтобы мальчики там это, ну, ходили. Чего надо? Ну на! Ого, я вижу, сколько у него тут осталось. Дофиги еще. Дальше идет расческа Tangle Teaser, который распутывает просто все. Вот. Она розовенькая. Да. И она кафтуны всякие распутывает. И вот у нее такие вот крепежочки. Ладно. Сколько мне ей уже лет, мне интересно. Где-то... Год. Год, да. Так мне 10 лет ее подарили. Дальше идут песочные часы. Я не знаю, почему я тут корректор нарисовала сердечек. Еще тут написано 12 баллов. Но я очень была тупая. Я взяла и вытащила. Похоже очень на плохой знак. Ну и, ну еще похоже на знак бесконечности. Дальше тут мы лип бум вим. Ну он, короче, ой, не надо было это показывать. Это оттеночный бальзам, это бальзам оттеночный. И он розовый, который мне сейчас, кстати, на губах. Очень классно выглядит. Покупала я его в Москве, не помню даже, ну в премьере точно. Но я живу не в Москве. Ну, уже давно как. Панты. И это панты. Все просто панты. Ну, короче, объясняю. Это iOS. Такой же, кстати, есть у Марианы Ро.
не знала, просто мне подарили. Он пахнет кокосовым молочком, ну, он просто уже использованный почти весь, что мне нравится. Я его пять раз просто месяц мазала каждый день, по 5 раз. Зачем? И тут тоже, кстати, вот тут вот спереди написано ИОС, и тут тоже написано ИОС. Ну, даже без крема для рук, ИОС. Вообще, лакшери. А дальше идет бальзам. Дальше идет вот это. Это что это? Блеск. Блеск, да. Он, короче, блестящий, я его даже показывать не буду, я его не использую. Просто мне его подарили, я просто не знаю. Как же без этого? Я в нем, если честно, встречала Новый год. Конечно. Кому я говорю вообще? Я в нем не встречала Новый год, но я его купила, хотела вообще встретить Новый год! Но не получилось. Я сейчас на мне мои любимые ушки Микки Маус. Я, кстати, когда на них с ними ходила, говорили, что типа я странная и тупая. Сами тупые, ясно. А дальше у меня идет деревце Сакура. Блин, она помялась. Мама, не смотри это видео. Это подарок вообще маме. Но я его еще не доделала. Вот такой вот. Ну и косметичка, там ведь бисер. С чем вам это показывать? Не знаю. Вам интересно? Мне тоже. А-а-а. Ну и на этом мы заканчиваем. На том, что я откусила кусочек яблока. И всем пока.